Благотворительный фонд «Доброе дело» существует меньше года, но даже за этот столь непродолжительный срок организаторы смогли сделать несколько добрых дел. Например, провели конкурс среди старшеклассников, которые внесли свои предложения, как сделать школу лучше. Цель фонда – поддержать детские проекты материально, чтобы из красивой зарисовки на бумаге они были воплощены в жизнь. Победили 4 проекта. Где-то школьникам нужен игровой городок из автомобильных шин, где-то необходим ремонт ведущей в учебное заведение дороги. А ученики 41-й школы предложили создать школьный музей. Учредитель благотворительного фонда «Доброе дело», депутат Ивановской городской думы Александр Подалов считает, что инициативу молодежи нужно поддерживать. Все заявленные проекты будут реализованы к маю следующего года. Проекты, они сейчас реализовываются, но они до конца еще не доделаны. Просто так получилось, что мы попали в зиму. И сейчас понятно, что высаживать аллею мы никак не можем. Мы будем ее высаживать весной. Но у нас уже есть лопаты, у нас уже есть саженцы, у нас уже есть грабли там, и все, что к этому относится. Мы не делаем городок, но мы туда уже завезли шины. Там, процента, наверное, 70 шин мы уже завезли. То есть, соответственно, будем наполнять дальше. И весной возьмемся за эту работу. Музей вот уже начал работу, там линолеум есть, помещение выделено. Уже идет какие-то там работы, связанные с ремонтом.